Что ты делаешь? Дорогая, это я. А почему я? Нет. Почему ты лег ко мне в кровать? Это... У тебя надо спрашивать. Почему ты меня позвала? Наверное, во сне. Я говорю во сне? Принц, глава Линчжоу прислал слугу. Приглашает вас с женой на банкет. Ловушка? Понял. Извести пострадавших. Будем придерживаться нашего плана. Да! Принц, принцесса, прошу к столу. Принц, вы даже не представляете, как сильно Линчжоу пострадал от бедствия. Это лучшее, что можно приготовить. Простой люд вовсе голодает. Мне так жаль этих людей. И, Ян-Ян, ты прав. Тогда я тоже не буду есть. Лайфен. Да. Заходите, угощайтесь. Вы обнаглели? Ян-Ян. Слушаюсь. Прошу. Сто лет так вкусно не ел. Можно добавки? Конечно. Бери. Спасибо, ваше высочество. Спасибо, ваше высочество. Ешьте помедленнее, не спешите. Завтра будет еще. Спасибо. Большое спасибо. Такой же, как прежде. Я благодарен за гостеприимство. Я недостоин того, чтобы иметь честь поесть с вами. Кстати, вчера моя жена была не очень довольна комнатой. Мы займем другую. Как скажете. Я сейчас же прикажу подготовить другую. Не утруждайтесь. Мы уже выбрали комнату, которая нас устроит. Дальняя комната, которая заперта. Стойте! Ты чем-то обеспокоен? Что-то не так? Или ты что-то там прячешь? Вы шутите? Это же абсурд. Ян-Ян. Ваше высочество, я помню твои заслуги. И то, что когда-то ты заботился о Линчжоу. Расскажи правду о том, где деньги и кто в этом замешан. И сможешь сохранить жизнь. Не понимаю, о чем вы. Я правда не понимаю. Прошу, объясните. И ни стыда, ни совести. Лайфен Лайфу, да? Отведите его. Есть? Давай, пошли. Вставай. Идем. Прошу. Входи. Где они? Как так? Они пропали. Седьмой принц.
В Линчжоу кончается еда. Народ начнет бунтовать, если узнает. Поэтому я насыпал в мешки песок, чтобы все думали, что еда еще есть. И народ, и чиновники Линчжоу с нетерпением ждали вашего приезда. Ян-Ян, тебе удалось меня впечатлить. Я обещаю, что найду способ решить беды Линчжоу. Я не понимаю. Эти люди не могли оплатить свои долги. Почему они здесь? Чем возмущен седьмой принц? Он хочет пойти против закона? А? Вы правы, да. Я недооценил этого Юйян-Яна. Благо, мы это вовремя поняли. Милая. Жена. Ты переживаешь о заключенных женщинах? И не понимаю, куда они их перепрятали. Да, я это упустил. К счастью, деньги теперь у нас. Принц, шпионы говорят, в доме неладно. Из столицы подослали убийцу, и он пошел к Юйян-Яну. Из столицы? Юйян-Ян такой преданный. Предпочитает умереть, но не сдать подельников. Вероятно, он не ожидал, что сам станет жертвой. Милый, я тоже пойду. Нет. Лайфэн, Лайфу, да. Охраняйте усадьбу Линчжоу, я скоро приду. Да. Спокойно. Все хорошо. Невозможно. Никак невозможно. Мы близкие друзья уже много лет. Их семьи все еще здесь. Как они могли просто уйти? Еще не вернулись те, кто перепрятал деньги. Возможно, они сбежали с ними. Неужели на них напали разбойники? Плохо дело. Если деньги пропадут. Точно. Денег нигде нет. Седьмой принц близок к тому, чтобы покончить с нами. Спокойно. Я уже сообщил старшему принцу о происходящем. Он поможет нам разобраться с седьмым принцем. Раз он поможет нам, тогда и беспокоиться не о чем. Смотрите, воины старшего принца усмиряют седьмого принца. Ты здесь? Я Юйян-Ян. Ты моя цель. На помощь! Не убивай, нет! Ты знаешь слишком много его тайн. Только мертвым ты будешь молчать. Отныне я буду верен только вам.
принц. Вот список всех участников. Я тоже выполнял приказы свыше. Умоляю, пощадите меня. Скажи мне, чьи указания ты выполнял? Старшего принца. Старшего принца. Юэньян, знаешь, что клеветать на принца преступления? Я говорю чистую правду, ни слова лжи. Есть еще секрет, который я могу рассказать. Посмотрим, насколько он ценен. Стоит ли сохранять твою жизнь? Старший принц приказал спрятать золото в пещере неподалеку отсюда. Я готов показать вам это место. Молю, сохраните мне жизнь. Более того, если вы найдете все украденное серебро, то тогда вы станете наследным принцем. Юэньян, ты совсем не раскаиваешься, решил подкупить меня деньгами. Крадешь с трудом заработанное серебро у бедных людей. Как ты смеешь? Лайфэн, лайфу. Да. Отправляйтесь за деньгами. И раздайте все пострадавшим. Тех, кто присвоил деньги себе, казнить. И еще. Женщин и детей, которых продали, вернуть. Есть. Но, принц, я... Посмотрим на твое поведение. Спасибо, принц. Идем. Вставай. Пошли. Он все тот же, кого я любила. Ни капли не изменился. Но... Почему он хотел... Бесит. Не думай о нем. Посмотри, так и должен жить народ. Основа страны. Если люди живут в мире достатки, то и страна богата, и армия сильная. Мне любопытно. Ты знаешь, что за всем стоял старший принц. Почему же в отчете к отцу не упомянул его ни словом? Если доложу о нем, брат и его прихвостни будут все отрицать. Тогда при дворе начнется хаос. Из-за этого пострадают люди. Куда лучше поймать Юэньяна и дать ему исправиться. Ты так заботишься о стране и народе. Это здорово. Ты сильно помогла решить это дело. В этот раз тебе удалось меня впечатлить. Нет, это все твоя заслуга. Дорогая, я хочу кое-что сказать. Принц! Вы так помогли жителям Линчжоу. Это домашнее вино из Османтуса, возьмите. Благодарю за доброту, но мы ничего не возьмем. Вам нужнее. Спасибо. Спасибо. Я ценю вашу доброту. Если бы не вы, мои дети бы умерли с голоду. Прошу, возьмите. Я не могу. Благодарю. Но взять не могу. Мы не можем просто их взять. Но если вы не возражаете, мы можем их купить. Да зачем? Так можно. Мы купим. Берите. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Прошу. И вам. Тетя! Это для тебя. Это я? Да. А это? Дяденька. Спасибо. Наконец, вы дома. Прости, я устала. Пойду отдыхать. Ладно, иди.
Заметил, что принц в последнее время странный. Хватит нести ерунду. Ты. Ваше Величество, беда. Принц. Сколько раз говорил. Не суетиться попусту. Принц, убийцы, что мы послали, пропали. И Ян-Ян и другие в тюрьме, уже назначен день казни. Что? Не может быть. Пошли людей, чтобы закрыли им рты, живо. Не паникуй, я уже прочла отчет о расследовании. А тебе в нем нет ни слова. Похоже, этот Юань-Ян не совсем дурак и ничего не сказал. Они будут дрожать за свои шкуры и в итоге предадут меня. Я уверена, они будут верны тебе. Хорошо, что Джао Цин ничего не узнал. А головорезы, наверное, сбежали. Джао Цин этим делом точно завоюет доверие отца. Как с этим быть? Забери, Янь Ван. Я и сама могу. Хочешь поправиться, не мешай. Буду здесь, чтобы помочь, пока не заживет. Не надо, я сама справлюсь. Не спорь со мной, ясно? Я принесу все, что попросишь. Тебе запрещено выходить. Поправляйся. Ладно. Горячо. Лучше? Да. Ложись. Отдыхай. Я сама могу. У меня болит нога, а не руки. Лекарь Цин сказал, что тебе нужно отдыхать. Я следую его инструкциям. Давай. Ты же не маленький. Почему во сне такой нескромный? Не спеши. Что? Кажется... Опять подвернула. Покажи. Фиг тебе. Дорогая, что с тобой? Моя нога зажила. Возвращайся к себе. Дорогая?
Госпожа, что такое? Принц подготовил подарок и просит выйти взглянуть. Только недавно я его выгнала. Что он там придумал? Линьянь, не слишком ли ты сблизилась с ним? Советую не забывать свою цель. Его высочество Юн бесполезных не терпит. Сама знаю. Дорогая, хочешь попробовать? Мне точно не понравится. Здорово! Седьмой принц снова прислал тебе кучу безделиц. Добра не жди, если принц Юн и добродетельная супруга узнают об этом. Я устала. Оставь меня. У госпожи для тебя новое задание. Я же сказала, что устала. Слышишь меня? Уходи. Я уже даже забыла об этом. Я еще хочу его убить. Что случится, если я убью его? Забудь. Подожду, когда он проявит себя. Чу Цзэцянь, ты не забыла про месть. Ты просто не хочешь навредить невинным. Прошу. Как самочувствие моей жены? Как ни странно, вернувшись из Линчжоу, она ведет себя иначе. Угощение, фрукты и румяна, что вы ей передали, она приняла. Больше не воротит нас. Приставь к ней больше людей. Не беспокойтесь. Работу я делаю на совесть. Она не доставит вам хлопот. Я имел в виду заботу о ней. Принц, мои люди ни днем, ни ночью глаз с нее не спускают. Ты не понимаешь меня? Я говорю о заботе. Не волнуйтесь, наши люди позаботятся о ней. Этот виноград по приказу принца для вас привезли из Тибета. А эти личи привезли для вас из Янчжоу. Попробуйте. Я не по-китайски говорю. Там?
Если тебе нравится, я могу зажигать их каждый день. Сначала редкие фрукты, а теперь фейерверки. К чему все это? Скажи мне. Я лишь исполняю обязанности супруга. Где ты научился таким сладким речам? Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. И от кого набрался? Я считаю, что от тебя. Чушь какая! Скажешь тоже. Не забывай, я шпион первого принца. И что? Ты хоть чем-то мне навредила? Я не могу обещать, что не сделаю этого. Если тебе нужна моя жизнь, я дам ее сам. Так тебе будет проще. Ты вышла за седьмого принца. Если согласна быть моей женой, обещаю беречь тебя. Согласна? Учитывая, как ты искренен, я подумаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова